Ну вот нет, внимание. Нет, не ходит. Я да вас не вижу. Но мы тут. Кстати, а да, где он? Получился? А вот он. А, он в этом стоит, да. Возле конюшни? Нет. Показываешь возле конюшни. Видимо, какой-то рассинхрон. Так, стойте. Это пинг. Стойте. Но мы возле конюшни. Я тоже ищу метки на карте, но вас я не вижу. Вот поэтому и в портал, наверное, заходят. Потому что я десинхрон какой-то ебаный. Тут серваки, блять, они на последнем издыхании. Ведь работают. А попробуйте куда-нибудь портануться просто. Сейчас, ну, сейчас можно в город и назад. В этот. Нормально прошел, слушай. Вообще даже не это, не рыпался. Какой-то квест можно взять. А вот мы не можем прорваться с какой-то бабой. Я вообще на изи прошел. Ой, все, и карта пригрузилась у меня все. А, и Тёма исчез, кстати, да. Я через портал ебану. Сейчас, подожди, я к тебе еще подойду. А, ты тут пол... А, ты возле портала? Так. Я назад улетел в горы. Интересно, а так и в оригинале можно навыки будет сбрасывать по КД, как когда хочешь? Да. Или это просто на бытие? В оригинале когда будет сбрасывал, угу. Да, можно будет скидывать. А как мне тебя пройти, нахуй? Ну, какие-то лютые тут звери. Сам, как мне там попасть? Есть, есть. В офис близят, обоссадимся, ну, голову. Давай, знаешь как, смотри, его включить. Я Пашку исключил из группы. Так, сейчас, подожди, секундочку, Паш. Угу. Блять, не могу тебя пригласить в группу, сука. Попробуй ты... Может, я могу? А, у меня его нет в друзьях. Попробуй еще раз к нам вступить. Кинь инвайт. Это у тебя должна появиться сейчас плашка, типа телепортирование, что-то такое, короче. Ну и чё? Я вас пока что не вижу в пате. Типа инвайт висит. Ну ты при... это... Подожди, ты принял мой? Я принял, да. У меня ничего не происходит. Такс, такс, что тут? Это они барьерчики ставят? Ну, фига жопой, да? Угу. Разъеби их. А козу... А, лили, дьявола, в общем, они. Слишком легко. Еб твою мать, нихуя себе. Камнем по голове. Видишь, у меня вот такой скилл, он типа по одиночным мишеням вообще заебись. Что такие, целям это пиздит.
Кто тут у нас зашел? Какой-то курва. Курва! Курва! Как эти, как его называют? Польский, да, польский курва. Точно. Так, куда мне надо, куда мне надо. Я, кстати, ДДН прикачался до 25 уровня максимального тут. А у меня 20-й сейчас тут. Повезло. А у тебя, Тём, какой? 22-й. И она вон эта самая шкала остановилась, типа, я вылезли. Я вчера не играл. Вот. А мне, кстати, на 25-м откроются големы. А ты вчера вообще не играл. Да, на 25-м надо прокачаться големов, хочу посмотреть. А, у меня же, кстати, есть тоже. Белгород с Ромой ездит. А, и как там? Ну, получше, чем у нас. А мы вчера ходили в киновилл, я скидывал фотки. Старинный советский кинотеатр. Вот. Но, кстати, удивительно, но звук там вообще офигенский, топовый. Вот вчера Джона Вика смотрели, бля, классно, сочно бахает. Не знаю, что за колонки они там прикрутили. Старые советские. Нет, явно там. Ну там все переделано. Ну просто как бы. Геометрия зала старая, как советская, он такой вытянутый, короче. Ты сидишь, у тебя как бы экран сверху такой ощущение. Знаешь, как вот в новых кинотеатрах ты как типа, он как бы ступеньками вверх поднимается, а этот просто вниз как бы, да, и ты такой сидишь, у тебя экран как бы сверху. Я не знаю, зачем так сделано. Вот. Но экран нормальный в целом. Звук топу. Джон Вик офигенный. Блять, наконец нормальный Джон Вик. Не знаю, мне все тебе понравились тоже первые. Блять, а этот еще лучше, прикинь, короче. Ну да, он 2 часа 40 минут идет, я смотрел, он там. Да, почти 3 часа идет. Ну посмотрим. Потом когда-нибудь, когда он выйдет. Суперкет. А, что ты в кино не сходишь, Жадик идет. Вот пизду, я не хочу, там ужасный кинотеатр, ну его нахуй. Чё я змеюку хотел, вызвал? Хотел продать какое-то говно всякое свое. Кстати, тут сейчас босса пиздил какого-то этого барана зараженного, выпросил, ебать. Я его долго мудохал. А, это который в зимней локации такой, там еще шаманов нужно, да? По-моему, да, это... ебать. Да, я тоже, я на нем 10 раз сдох. Я там... Не, вот... я ни разу не сдох, но он очень долго, это, я с ним дрался. А сейчас, может, сейчас вот мы с Саней квест закончим, можно будет в вампирское логово сходить. Я вчера прошел, вот там, короче, главный дед-вампир, короче, Дима. Вот его жестко вообще, короче, типа, блин, он меня реально очень много раз убил. И, кстати, когда сдыхаешь, я понял, это самое, ломается оружие, там написано, типа, на 10%. Так что вот почему оно не ломалось у нас, потому что мы не сдыхали. Понятненько. А я не чинил ничего до сих пор. Ну вот, а я когда на этом сдох, у меня прям некоторые начал ломаться, я пошел починил его. Пустой реально. Ну мах, типа, лох всегда отъезжает, у него хп не хватает. Типа дамажит нормас так, а на хп все. А если его зажмут, так вообще пиздец. Эти бутылочки можно прокачивать, оказывается, чувак, ты в курсе? Ну да, у меня 5. Ну вот, мне тоже, я Артему сказал. Я такой, нихуя, сейчас всех за чаем схожу, у меня тут на кухне стоит. А я уже налил, подготовился. А я уже попил. Ты на разных стадиях. Принятие. Блять, ебать, я вчера, короче, так ржал с диалогов Джона Вика, короче. Такой сидит, говорит, я готов убить их всех. Блять, откуда у них, я не сомневался. Вообще, конечно, типа, локации топовые там. Там, Осака, Нью-Йорк, Германия там. Париж вообще прикольно, разорились прям вообще нормально. И разорились на спецэффекты офигенские вообще. Ну 2 часа, точнее 3 часа, это пиздец просто. Ну Дэн говорил, что типа вот будет скучно там сеть, но я тебе скажу, нифига не скучно там. Да. Они нормально все сделали, там экшен разбавлен диалогами.
Да, я про один экшен посмотрел. Тиди с Джуновика задает и смотришь по большому счету. Ну да. Как он всех просто перманенты ебашит. Как он там всех ебашил этим, чувак. Дробовиком с зажигательными патронами, это вообще топово было. Блять, да, там вообще офигенно. Там еще операторская работа прикольная, там камера наверх переместилась, ты как бы смотришь как бы сверху. И перекрытие видишь, как он там простреливает их, короче. Прикольно. Прикольно. Понятно. Я всего от аватара жду. Вроде вышли это. Вот. Ну да, я, кстати, сейчас смотрел, пока не нашел нигде. Нет, да, пока нету. Ну, блять. Дайте мне аватара живо. Аватара, да. Я бы сам пересмотрел. Тик. Там тоже топовая графика на самом деле. Аватар, это ж Джеймс Кэмерон, все бы. Я помню, его первого посмотреть не мог. Я раза три смотрел и все до конца не мог досмотреть. Потому что первый раз, когда он вышел, я в армии был. Тут только сяду это смотреть его. Хуяк, все, вставайте, идите куда-нибудь, занимайтесь какой-то неведомой хуйней. Я думаю, блядь. Вот. Один раз я сел на это вот на выходных, там давали посмотреть фильм какой-нибудь по телеку. Вот. Нет, до этого я в Желике не посмотрел его. Вот. А потом в армию как раз попал. И там по телевизору его показывали несколько раз. Потом несколько раз там, ладно. Несколько раз не мог посмотреть. Не дали. Потом уже в Залике приехал, нормально посмотрел. Во петухи. Статуя. Это она. Я видела ее. Нейрей. Не выговоришь ее. Нейрейла. Что будет? Это задание выполняет какого-то детенка, то ли воскрешают, то ли хуй послышают. А, да, я демон выполнял, да. Нет, демонов из него изгоняли, сейчас козел вылезет. Там несколько раз из него это изгоняли. Я заебался ее это изгонять демонов из нее. Угу. Там реально там несколько квестов. Так, для нее. Нам надо как-то спуститься. Я спустился назад. Там ее изгоняют. Сколько у нее демонов сидело там, я ебал. И чё? А, монстр застрял в механизме. Как его убить-то? А, всё. Ну да, козёл вылез. Который быстро очень сдох. А нахуя я нажал? Блять. А я тоже хотел нажать, потом передумал. И Свига попиздел. Сейчас назад перемещаюсь. О, Вига побежал воротину открывать. А, ну я жду тебя вообще, не открывай. Угу, сейчас бегу. Она зовут Вата. Это дискредитация! Все, на пятнарик отъезжаем. О. Разработчики Blizzard должны отъезжать. Да, сколько. А ты что мне дальше? А все, задание выполнено, типа. И нихуя не дали, вот пидорасы. Зажали. Я тут это демонов убивал. Что, где он там, а? Вико. Это был один из тех женщин, которые ты послал. She wasn't human. She was a demon. Like the stitch. На выходе там. Дали. It was a ten bloodbath. The other one. Да, кстати, у меня тоже звук появился. Тебя не пиздят. А да, заставка. Да, А там же этот, там обнова выходила вчера. Вчера или вчера, не помню. Позавчера. Нет, вчера с утра я поиграл, когда там обнова была. Не, я вчера играл, но я звук вырубил вообще. Думаю, один хоть диалогов нету.
А он по-английски пиздит, да? Есть. Или можно на русский, блядь, поставить? Кто? Ну, у меня на английском речь. У меня тоже. Речь на английском вроде. Да. Ну, субтитры, да. Не, ну это я понял. Я просто думал, может, речь уже на русском есть. А где ты там видел? А она будет вообще на русском? Да хуй знает. Ну, когда может выйдет, может, и будет. А где ты видел, там можно было переключать английский. Игра, звук. Во. Yen, male, female. Параметры голоса. А, это когда персонаж пиздит. Угу. Голос персонажа, ну, английский достает. Так, ладно, погнали. Что такое, что за яйцо? Лилит показала мне неприглядная истина. Лилит. Лилька. Что это? Что это такое? Знак. Пора идти по основному квесту. Я все доп задания прошел вроде бы. Ебать, далеко как. А, вот, DLSS появилась у меня, пацаны, наконец-то. Да, кстати, я себе ебанул. Оно и было. Не было, Дэн. У тебя не было. У меня было прям с самого старта. Я его сразу же использовал. Ну, я вчера поставил. А у меня отключено. Нахуй надо. Она типа на высоте. Ну почему? Я ж на 4К играю. А, на 4К? А ты в 4К играешь? Нет, я в 4К с DLSS. У меня 100 кадров. На средних настройках. Ну именно в 4К, да? Ну, в DLSS. Это ж он скидывает. Ну, 2К. Нет, я понимаю, нативно 4К разрешение стоит. Да. А, ну вот. Что я хотел? А. Специализации какие-то, блядь. И что с ними делать? А, их выбирать можно. А, ну все, пингуется этот кубер, который скинул мне Женя, нехуй париться вообще. Ну я говорил, значит, починили. Кто-нибудь Славе позвонил, он поднял. Или еще кто-нибудь. Женя сказал, какой Артем мудак. Не заходил, не хотел, захотел чинить. А что, я каждую ночь буду чинить, чувак? Я прошлую ночь чинил. Да, непонятно это дело. Спать я когда буду вообще? Хоть через раз пусть звонит. Нас команда из 4 человек. Чё мне-то звонятся? И Дима тоже, блядь, взял моду. Сразу, сука, мне звонит. Ёб твою мать, блядь, ну, да, понимаешь? Ну, потому что ты кореш. Ну, ништяк, да. Кстати, кто у вас 4-й? Вам нужно расписание поправить, там, это самое, 4-го. Двоих дописать. Потому что у нас телефон только от тебя и Жени остался. А Виктора? Виктора, а Славы? Виктора, по-моему, есть только этот. А, ну, Слава тоже есть. А, Слава четвертый, получается, да? Ну, да. Вот. Не, Виктора есть только есть. Этот только самый. Только написано, что он стажер. Ну, да. Это Дима мне говорит, у вас четвертый неполноценный. Я говорю, схуяли, блядь. А это у нас написано. Я говорю, блядь, не знаю, где такая хуйня? Я ему когда звонил, когда понял, что сервак этот самый в Dota.pro. Ну. Этот как по пизде пошел. Я говорю, он нормально, все адекватно. Я говорю, так он нормальный чувак. Так я говорю, он уже, не знаю, уже сколько, наверное, месяца 4 уже типа испыталку закончил, уже все типа делает как все. Я говорю, поменяйте у вас эту фигню, что это написано, сказать, это не актуальная инфа. Что он стажер, я говорю, он давно не стажер. Скайп пашет, да, ночью тоже по ночам. Да не, ну типа я не против, ну хотя бы какая-то ротация должна быть. О, черт, какой-то колдует. Мерзкий шаман написано. Ой,
Окей, 21 уровень. Не, змеюга мне, это мне не очень нравится, но теперь поменяю назад. А тут со мной какие-то два кента бегают. Чел со щитом и баба с луком. Это ну, чё, ну это по квесту, наверное. Это твои новые друзья. Да нет, у меня квестов нету, все имеется в виду, таких не долг, не это, они просто со мной бегают. Да. Это имеется в виду не живые люди, а NPC. Ну я понял. Не, со мной тоже бегали, но там по квесту они бегали. Потому что просто есть квест, а ты не знаешь? Да нет. Квесты все выполнены. Вот я только остались три квеста, от которых я пошел. Основного. Основной квест. И все. А они вот эти уже со мной бегают, блядь. Хуй знает сколько. Глюк, значит. Не, мне кажется, я как-то, может быть, нанял их или хуй пойми. Это как в других Диабло нанимаешь всяких там этих помощников. Черное озеро. Их ты. О, прикольно, можно осмотреть. Я, кстати, в прошлый раз не осматривал Черное озеро. А куда дальше идти, что-то не понял. Там закрыта воротина. Вниз? Можно вниз спуститься. Я вот, кстати, подумывал о 4 комоники, но не знаю пока. Не, я тоже, но они подорожали, кстати, сейчас. Я побольше скидывал за 55, по-моему. Ну. Вот, сейчас стоит 65. На десятку подорожал. Блин, я там нашел охеренный Samsung за 55. Блять, ну не знаю. Если он подорожал... Да все подорожали. Там ты тоже смотрел какой-то, а сейчас моник. Стоит вообще 75 4К. Ну это походу у бакса этот вырос, и моники подорожали. Из-за бакса. Поэтому нужно ждать, когда бакс опять упадет. А ты какой себе выбрал? Я не знаю. Я еще не выбрал такой. Я себе Samsung Odyssey присмотрел, блядь, такое кайфовое вообще. Я почитал отзывы, вообще, говорит, типа, лучшее изображение почти как OLED. И стоит 56, по-моему, 100 ил. Но он маленький, 28 дюймов. А, ну вот поэтому. Да, так. А я 32. Я 31-32 смотрю. А, ну вот. А чё он маленький, он как у тебя будет, блядь. Ну да, нет, так-то они типа уже по 32, если чувак, если чё. Ну на 32, он огромный будет, ёпты, на пол этого. Мне норм, вот я играю на 32 Монике. Мне 27, вот если сидеть за столом, вообще просто за глаза. А, нет, моя Одиссея, вот она стоит 56 500. А, ну это надо, потому что маленький, а то я живу 32-дюймовый, они вот подорожали. Вот, Саня, вот этот моник мне. Ну, и отзывы топовые, вот кино. Дай гляну. Ну да. 24К. Ну он тоже подорожал, глянь, стоил 46 вообще в январе. Покинь. Ну да. На десятку подорожал. Ну, кстати, а сейчас не подорожал почему-то. Хотя все подорожали. Вот мои, те, что смотрел, 4К Моники, они подорожали. Так что вот такое. Мне просто хочется чуть 4К. А, кстати, потом я тоже на кронштейн перехуярю. Если куплю. Будет два Моника на кронштейнах. Нет, между своего 27-дюймового, который Full HD. Я поменял бы вот как раз на 4К Моника. И тогда у меня было бы 2 Моника на 2К и 1 на 4. У меня просто вообще всего один Моник. Ну теперь на новой хате теперь она нормально, а можно это самое Моники покупать. Дима не будет, можно велик тебе притащить, да? Дима не будет выебываться. А, велик-то я продал. А, ты велик продал. Да куда его тащить, тут хата маленькая. Я его продал. Да, типа нафиг надо. Если чё, тут куплю новый. А то Дима там выёбывался. Нельзя, нельзя. Дима вон в гости зовёт, короче. А чё это? А чё? Соскучился. А чё, друзей не осталось? А чё, с тобой разосрался? Со всеми поразосрался, а не я остался. Самый терпеливый. Да-да-да, это как Кирюха тоже со всеми разосрался. Ну, понимаешь, для него...
там, не знаю, посраться из-за Steam Deck'а важнее, чем дружба. Это тупо, максимально, максимально тупая хрень. Со своим Steam Deck'ом, короче, вообще. Ну, купил. Флаг тебе в руки, как говорится. Ну, да, и все равно, я больше чем уверен, что он не играет в него. Просто так, как VR купил. Или на полочку положил. VR просто валяется, да. Продал бы уж тогда. Может, VR у него взять, поиграть в этот? В Алекс, еще раз. Да, ну а чё, я ж не прошел-то, я в Москву уехал. А игра топовая. Ну вот как раз к нему пойдешь. Все равно у него лежит, нихуя не делает. Ну это, блядь, сейчас начнется кряхтение. Кряхтение. Ну, Дима в этом плане сложный очень человек, то, что он начинает спорить. Да так он это самое, считает, что он всегда прав, понимаешь? То есть то, что он не прав, он это не может осмыслить. А потом, когда пока доказываешь ему, что он не прав, он такой, а, ну да, был не прав, всё, блядь. А смысл доказывать, ты ж просто устаешь, понимаешь? Я вообще типа забил, он мне там что-то кричит, орёт, ну когда вот с ним жили. Я говорю, да. Ну все, а что я типа буду с ним спорить? Да. Ну типа, а что с ним спорить, это бесполезно. Так я ж тебе говорю, один раз он меня вообще нахуй чуть из дома не выгнал, что сказал, что с ним так хуйня. Я не рассказывал эту историю? Нет. Ну, короче, это было лето, он еще Steam Deck не купил, короче. Суббота, я свалю, короче, выходной день. Просыпаюсь, открываю глаза, передо мной стоит Дима, довольно рожей, короче. Я такой, что случилось? Он, короче, все утро читал про Steam Deck, короче. Все утро читал про Steam Deck и решил мне рассказать, какой он охуевший и все такое, короче. Вот, а я такой по глупости своей еще и спросонья говорю, бля, Дима, ну, говорю, он, конечно, хороший, но такой себе, говорю, вообще еще не обкатано, как мне все кажется, типа. И живет он мало, а самое главное, говорю, что, типа, он тебе нахуй не нужен, потому что, короче, у тебя дома стоит 3090, а ты из дома вообще не выходишь. Ну да, да, да. Вот, он такой, чё, блядь? Сейчас нахуй, говорит, я сейчас соберешь и уёбываю. Я так говорю, понимаю. Не, ну реально, зачем покупать Steam Deck, если ты дома сидишь на компе, можешь поиграть. Что же самые игры у тебя 3090, реально, нахуй тебе, на любая игра пойдет вообще. Нет, не знаю. Все Steam Deck хорошо покупать, это вот как мы ездили куда-нибудь, там, не знаю, вот, на юга. Взял его, там, посидел, там, 2 часа поиграл, там, пока не знаю, мне кажется, в этом случае, вот я смотрел, просто, если тебе нужен портативный гейминг, вот я смотрел на Авито, можно купить ломанутую какую-нибудь Nintendo Switch за 12 тысяч, блядь. А не за 70. И она будет, во-первых, жить дольше. Ну, окей, ты в дороге перебьешься, поиграешь в Зельду, в какую-нибудь топовую, еще что-нибудь. Или в Марио, там, Одиссе, не знаю. И это будет тебе стоить 7 раз дешевле. И он еще легче. Еще Steam Deck, короче, живет мало. И он тяжеленный. Еще там посредственный экран. Экран мне, кстати, больше всего разочаровал. Ну вот и все. Ну, а так вот, пожалуйста, ноуты у всех есть, притом маленькие, тоненькие, все как надо. Ну да. Без всякого говна. Вот мы же ездили, берешь ноут и все, сидишь на нем там. Что хочешь делаешь. И все. Я и говорю, так у меня, чувак, я не знаю. Допустим, я еду в тот же самый желик, ну я вон скачал в Кинопоиске пару серий какого-нибудь сериала или фильм какой-нибудь, лег в поезде. И смотрю на мобилки, и все, типа, что-то посмотрел, 2 часа лег спать, проснулся. Ну, типа, я не знаю, нет такой какой-то мега потребности, чтобы там именно эти 2 часа играть надо было. Ну. Да. Да, это тупо покупать вещи, которые, ну, попользуйся пару раз, пока когда купил, и все. В метро вообще им нереально пользоваться. Ну да. Может, это балыська, вот это, считаю, у тебя как 2 ноута, это особо, потому что он же тяжелый тоже достаточно, прикинь. Ну, да. То есть ты будешь таскать с собой ноут и эту хрень, это пиздец. У меня от одного ноута, хотя он у меня легкий, но все равно спина чувствую, понимаешь? Ага, тут еще эту хрень, так сказать, надо. Да, не, это реально, Steam Deck, не знаю. Ни о чем.
Не, он классный, как бы, знаешь, типа, как вот идея, знаешь, типа, ну как, да, не, если кто-то вот так-то ездит, кто-то такой геймер заядлый, ему хочется играть, и, ну и, как бы, время там, не знаю, не позволяет, там, это, путешествие, еще что-нибудь такое. Ну, какой-нибудь компьютерный игры, да, может, да, но, там смотри, опять быть. Же, Сань, его можно купить за 35, короче, и за, не знаю, за 6 тысяч купить себе спали на терабайт, короче, вообще, SSD-шник, вот, и у тебя будет Steam Deck еще круче версия, чем у Димы. Ну, вытонь тебя в 40 тысяч. Вот и все. А Дима сколько? 70 отдал? 70. Да, да. Ты его в руки берешь, ты понимаешь, что это не 70 тысяч стоит, чувак. Это. Ты понимаешь, что Дима дурачок. 35 он и стоит, вот по ощущениям, типа, не знаю. Он мог дождаться, допустим, когда он будет там более-менее стоить. Он нет, я хочу сейчас немедленно и пошел отдал, блядь, в два раза больше. Чувак, так он и стоил тогда, его можно было тогда вот прям на маркете взять за 40, вот 64 ГБ версия. Причем туда можно воткнуть SD-карту, обычно, будет тоже нормальные игры запускаться. Но если ты замороченный, можно SSD-шник заказать, соли, там уже все изучено, какие модели подходят и все такое. Тем более, Valve выложили дистрибутив своего Linux, вот этого, все ставится, ну блять, ну мы Linux не поставим этот, блять, ну... Поставили бы идею. Дима решил потратить 70 тысяч. Да, там просто выкинуть. Скачиваешь его, заливаешь ИСОшник этот на флешку, как обычно, втыкаешь Steam Deck, там USB-C, короче, через переходник любую флешкой, и ставишь этот Linux, и все. Ну, если на какую-то хуету можно ставить Linux, то значит можно ставить все там. А можно ставить все. Ну я к тому то, что... там не какие-то там заоблачные технологии, никакие там... То есть там в сервис-центр не надо ничего нести, там они сделали все для людей максимально, короче, ты можешь любой SSD поставить. Ну, любой подходящий по формату. Все. Там маленькие такие. Есть вот обычные M2, есть укороченные, видели, может, там такие укороченные. Да, всё. Ну вот у меня А, не, да. У меня обычные. Он обычный такой, типа, маленький. Как. Выглядит как Wi-Fi модуль, типа того. Ну да, 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 да. Короткий. Все, да. Пожалуйста. Так, что-то выбыла какая-то холод. Сопротивление, типа. Так мне самому, кстати, было бы даже интереснее заморочиться поставить там. Ну да. Ну не знаю, это его дело. Его деньги. А не, это по основному квесту, короче, ребята вот со мной бегают. Когда ты Лилит ищешь там два этих. Какой-то хер со щитом и баба. А, ну вот они, да, мы сейчас его и проходим, получается. Да, мы его и проходим, чувак. Да? Да. Подземелье, да. Баба Нейрелла, правильно? Да, Нейрелла и Гиго. Да, 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 да. Мы с ними бегаем. А что, ты из подземелья с ними вышел, и они с тобой бегали, или ты в подземелье бегал с ними? Нет, они со мной бегали. Да? Везде, пока я выполнял эти всякие задания. Ну то это какая-то хуйня, потому что из подземелья если выходить, по-моему, они исчезать должны. Не знаю. А я зашел куда-то в какую-то таверну или еще куда-то. Хлоп, смотрю, со мной вот эти бегают. Я не понял, жить за хуйня. Хотя, может и нет, не знаю. У меня какой-то тоже был квест, мужик со мной бегал на какой-то территории. Я с этой территории ушел, просто тупо ушел с территории, он исчез. Типа остался ждать меня. Вот, я потом вернулся, мужик этот самый опять подцепился. Поэтому я и думал, что они должны исчезать, как бы, ждать себя где-то там. I need time to prepare that. I lack the needed mana. Бля, мана у волшебника заканчивается быстро, просто пиздец. Две тычки дал, все, мана нету. У этого тоже, как его, у разбойника, у него эта энергия какая-то тоже. Два раза стрельнул, пизда, ждешь. И пополнить нельзя ничем. То бутылки манны были, то вообще нет нихуя. Полезли черти. Я, короче, решил это зубы починить себе основательно. Сейчас отдашь стольничек. Ну я пока полтинник
у мамки займу, у нее есть деньги. Я не хочу кредиты брать или еще что-то. А куда ты ходил? Я ж никуда не ходил. Я вот завтра возьму бабки и буду записываться там в одно место. Вроде нормально делают, не так дорого. И буду зубки чинить, потому что пизда, они все в дырках, почти все. Карис везде, дырки, блять, да. Мне повезло тебе с зубами. Угу. Это а как я подходил... как я в Москве он ходил тоже, чей это зубы лечил, это пиздец. Точнее не лечил, а просто проверить. 50 косарей насчитали, только один зуб покинь. Чего, а, блядь? Чувак, я... Чё жесть. Как корону типа ездил. Ставить? Ну да. А, коронку это да. Ну то, коронку, да, 50. То, так я поехал это в Липецк. Это даже у нас так же. Я в Липецк, чувак, поехал. Мне без всяких коронок зуб залечили 7,5. Тот же самый. Понимаешь? Может, и но залечили охуенно. Себе... Просто охуенно. Там они... Ну, они прям, знаешь, вот это вот там, как его, металл, ой, не металл, это как его, ну, в общем, какой-то цемент там, вот забетонировали весь зуб охуенно, как новый зуб, в общем. И это обошлось 7,5 тысяч. Не, я понимаю, а те хотели тебе вставить зуб новый. Да те коронки там, еще что-то. Поэтому так недорого. Я думаю, вообще надо новый зуб. Мне вообще надо имплантат вставлять, практически, надо зуб вырывать и... Ну, мне тоже, ну, мне тоже новый нужен. Коронка это когда тебе это не скручивают. Нет, нет. Коронка это когда тебе зуб обтачивают, а на него надевают хуйню. Вот это коронка. А, ну да. А это имплантант, да. Да, это имплантант. Это еще дороже. Да, я узнавал, сколько стоит вставить зуб. 100 косарей сказали. Прикинь. Нормально. Я такой, да ну вас нахуй. В Липецке просто в первый попавшийся возле дома больницы зашел. Ну, почитал отзывы, типа, нормально делают. Хуяк прихожу, они такие, ну, 7,5. Я такой, ну, заебись. Делаю. А то просто зуб это развалился, рассыпался там вообще. Я думаю, пиздец. Не, ну в Москве, конечно, они цену дерут, я ебу на эти зубы. Нахуй они нужны. Вот реально, можно просто доехать куда-нибудь в регион. Вон за полтора косаря. И это самое, сделать зуб и назад вернуться за полтора. Да, трешку отдашь, зато сэкономишь, пиздец. Сколько. А сделали нормально вообще, никаких претензий нету вообще прям. Офигенно. Как родной стоит. Ну. Ну помимо этой фигни, так в целом зубами все окей. Одну пломбу заменить небольшую. И все. У меня 7 дырок в зубах, блять. Одного зуба частично нет. Так что. А вот этот зуб, кстати, вот если. Это с этим зубом тоже было бы все окей, если бы мне пизданутая, блять, стоматолог его не угробила. Прикинь, короче, да. То есть, это не сам по пизде пошел, это когда я его лечил, она его дура просверлила насквозь, короче. И зуб умер, короче, все. И чувак говорит, я вообще в ахуе, говорит. Насколько человеческий организм, типа, мощный, что, типа, он у тебя не болит, не кровоточит, просто, короче, убитый зуб, короче, и типа, ну, и типа, все ок, короче. Типа, а говорит, ты сразу узнал, что она тебе зуб хуярила или уже Я узнал, когда к этому чуваку пришел, когда мы сделали рентген зуба. И когда выяснилось, что он, блядь, насквозь нахуй просверлен, короче, внутри. На две части, короче, он говорит, он тебя вообще расколоться может в любой момент. Так я же с этим зубом хожу третий год, чё-то я как-то раскололся. Ну, типа, особо меня не беспокоит, поэтому я, типа, и не бегу его менять. Так у меня тоже вот эти дырки не беспокоили, только они разрастались со временем. А, нет, так он же, типа, дырок-то у меня нет в зубах, и в этом зубе нет дырки, чувак. Ебать, тут монстров понапризывало. Мразота. А, еще и призывает. Черное озеро, да, блять, куда я иду? Ой, сейчас ты придешь. Да-да-да, Дэн, да-да-да, тут сейчас оно монстра вызвало просто какое-то нереальное количество. Тут вообще просто жесть какая-то. Мы тут вдвоем их еле окучиваем. Ну они ж у нас еще высокого уровня, чувак. Ну да. Ну да. Я вроде справляюсь пока что. Ну все. Забороли.
Так, и куда мне идти? Не, ну в этой больнице мне тоже надо говорили, тут там куча зубов надо полечить. Я такой, ага, хорошо, ну попозже. Ну я посмотрю, как это не рассыпется. Вот, если не все нормально будет, то можно будет полечить. Вот. Beg if you need to, whatever it takes. My mother started this damn ritual. I'm going to finish it. Meet me in the Mistral Woods. Why there? Ритуал. The демоны тут. Hit a vault there. Finding it was her life's work. So much for that. Maybe. Ладно, да я слушаю. Тун-тун-тун-тун-тун. Так. Так, ладно, пропусти диалог. Все? Ну, да. Все. А, можно так телепортнуться. А, нет. Слушай, реально. А, можно просто в город сейчас телепортнуться, да и все, мозги не ебать. Халявные телепорты. Как я говорил теме, дьявола оказывали ли, бутылки теперь надо собирать, телепорты халявные. То есть как бы это... Не, бутылки надо собирать. У тебя же 5 бутылок, вываливаются бутылки, ты их собираешь. Ну да, не, я к тому, что это самое, то можно было себе на этот, на панельку поставить там их сколько хочешь. Вот, и это самое... Можно было покупать, и в инвентаре, да. В инвентаре я их хранился, там наберешь, сколько тебе надо. Подожди, найдите запечатанную дверь. А да. Ты говоришь, можно в город. Надо запечатанную дверь там найти. Да, я уже. Мы не все, давай назад возвращайся. Бегу назад. Вон она. Ну и что за хуйня, блядь? Я вернулся. Тут Тюмин один скелет такой стоит. С косой. I'm not ready yet. Косама. I'm not ready yet. Купил себе мышку беспроводную к Xiaomi, блядь. Что-то пахает себе, блядь. Да, я знаю, говно, у меня есть. У нее в плане этих нажатий есть самих кнопок, вот как вот это, ну, она хуевая. Я нажимаю, а она бывает отжимает сама собой, короче. Ну, мне не нравится нихуя. Вот я нажимаю на это. У нее еще input lock есть. Я вот нажимаю, допустим, на нее на этот. На кнопку. Вот я чувствую щелчок. Хлоп, а действия нет. То есть вот он, я щелкаю. То есть надо прям сильно прожать на кнопку, чтобы действие произошло. Я вот говорю, я слабо нажимаю. И я чувствую, что кнопка нажимается, да? Но действие не происходит. Нужно прям сильно нажать. Я такой, блядь, думаю, может быть это одна кнопка такая, левая. Правую нажимаю, то же самое. Я такой, ебать, настроено, дрочно вообще. Ебать, мне кто-то звонит из Пермского края. С этого самого, с городского, со стационарного. Хера карта огромная, это... кстати, чувак. Кидалы какие-то, блядь. А у тебя, Тём, какая мышка? Она такая металлическая сверху, как мыло такое, да? Или она как? Не металлическая, она как мыло, белая, пластиковая. Не, у меня металлическая крышка. На магнитиках такая, снимается, одевается. Но... Так, подожди, я что-то понять не могу, куда нам, что нам? Так я говорю, вроде все, не? Ну, наверное, да. Заходи, бля. Это она тут... вот сойти с пути есть. Какой-то путь света, вот опять в этом, в церкви в этой. Выгодная какая-то трава. Да, путь света. Да, ладно, в город просто продаться. Кровавая проповедь. Ну да, в город. Продаться заодно. Потрохами. Это она как раз тебе, наверное, показывала на выход. Так, куда я пришел? Так, где тут? А, ну, какой-то двери. Так, продаюсь. Это продам.
Вот это не знаю. Какие-то собаки с хвостами, блядь, появились. Так, это тоже продам, это продам. Нет, это оставлю. Посох продам. Щиты. Щиты мне не нужны. Ну ладно, оставлю. О, подожди, что у тебя придается, мужик? Не очень. Не очень. Мне в какой-нибудь интересно, посох, в этой части будут эти предметы... Ну как они, блядь, забыл. Ну, одежда, которую ты собираешь, как она, блядь, с этого, короче. А-а-а. Да, хорошо, просто. Ну, если есть вот эти вот фиолетовые... Ой, фиолетовые, это... А, коричневые. Ну, то, коричневые, да, то значит, наверное, будут тоже такие. Зелененькие, с этого имеете? С этого, да. Да, да, да. Да, сто пудов. Ну, там и коричневые были с этого. Это же игра-сервис, получается, ну, частично. По-любому. Не частично, а почти полностью. Вот. Значит, по-любому будет что-то коллекционное. Ну, и не коллекционное, а вот собирательство вот такое должно быть. Мотивация играть-то хоть какая-то.